Ну тут во время вот туда-сюда шатания этого лонжерона тут получилась вмятинка. Вот. Ну так как тут буквально в том году эта машина красилась, краска свежая, она без скола, без ничего, только пыльная немножко, да, поэтому будем работать по ПДР-ке. А, вот есть у нас вот китовый хвост, вот, значит, он специально форму, ну, понятно, да, то есть на кручение, на изгиб, да, и начинаем им работать. Вот. Все, и вот потихонечку, значит, мы выдавливаем лонжерон, но не получается. Почему? Потому что тут упирается. Значит, мы можем взять тоже китовый хвост, другой вот, или ласточкин хвост, да, больше угол, и, соответственно, что, вот, вот так вот потихонечку, не напрягаясь, самое главное, чтобы не наделать наколов, чтобы краска не пошла, поэтому аккуратно надо делать, вот. И мы работаем, значит, поднимаем сейчас плоскость. О, поднимается. Сейчас чуть дальше, видимо, придется этим работать. Ну, тут упирается. Соответственно, надо что сделать? Надо что-то туда подложить. О. Вот мы по беспокрасочному ремонту. В принципе, вот мы и... Вот плоскенько, ровненько стало, да? Сейчас подальше сюда выйдем. Вот, очень наглядно, да, как процесс происходит. Ну, мне тут ориентироваться легко, тут металл породы. Вот, делаем очень аккуратно, сейчас вот поднимаем, поднимаем. Так, теперь вот эта ямочка тут есть у нас. Так, аккуратночко. Вот, подняли. А, одну ямки подняли. А край сейчас, значит, надо что сделать? Забить в плоскость, да, чтобы все это было. Ну вот и все, да? То есть это вытянули, это подняли. Сейчас плоскенько, все хорошо. То есть ремонт был без покраски, вышел. Вполне даже и нормально. Почему по бескраске? Да потому что никто нахрен тут красить не будет. А может и будет. Все. Для данного автомобиля вполне достаточный уровень. Все, готово. Значит, по уровню у нас это все классно. И теперь классно. Калибр становится без зазора. Классно. Значит, телевизор встанет. Перекосы устранены, размеры диагонали выдержаны. Вешаем телевизор.